Добрый день. Все чаще и чаще условия городской жизни начинают отличаться от идеальных, и в первую очередь ухудшается экологическая составляющая комфортного проживания в городе. Загазованность воздуха, пыль и прочие его загрязнения наносят вред нашему здоровью, снижает общее эмоциональное состояние. Но как же можно исправить и улучшить положение, если вариант переезда за город не самый подходящий для вас выход из ситуации? А решение между тем есть. Оно позволит вам превратить свою городскую квартиру или офисное пространство в оазис чистого воздуха. Да, сегодня мы можем самостоятельно влиять на чистоту воздуха и создать хороший микроклимат у себя дома, причем без особых усилий. И все это при помощи бытового воздухоочистителя. В сегодняшнем обзоре я представляю вашему вниманию новинку в мире воздухоочистки. Исключительный прибор, обладающий только неординарными характеристиками. Воздухоочиститель Timberg серии Edelweiss 1.0. Первое, что привлекает внимание при взгляде на этот прибор, это его необычная форма. Подавляющее большинство воздухоочистителей имеют вертикальную форму корпуса. Все основные элементы управления прибором продуманы и интуитивны в использовании. На горизонтальной поверхности встроены сенсорные кнопки и большой информативный LED-дисплей. Главная задача всех воздухоочистителей – очищать воздух от загрязнений, а для этого в прибор устанавливают различные по функциональным возможностям фильтры. Одной из важных задач для приборов этого типа является очистка воздуха от пыли, взвеси. Второе – это уничтожение вредных и неприятных запахов. Также современные воздухоочистители могут уничтожать органические загрязнители – частицы тканевых волокон, шерсти животного и тому подобное. Воздухоочистители комплектуются разными типами фильтров, и в зависимости от этого обеспечивается та или иная степень очистки воздуха. Edelweiss – это высокоэффективный очиститель воздуха. Комбинация фильтров в этом приборе помогает достигать уникального уровня чистоты воздуха. Рассмотрим, как установлены и, главное, какие фильтры установлены в этой серии. Очистка происходит следующим образом. Поступающий в прибор воздух проходит сначала предварительную очистку, а затем подается на электростатический фильтр, где задерживается до 99,95% загрязняющих микрочастиц размером до 0,3 микрон. Воздух попадает на угольный фильтр, способный устранить табачный дым, вредные газы и неприятные запахи. Следующим этапом воздух проходит сквозь озонокаталитический фильтр. Под воздействием ультрафиолетовой лампы окисляются органические частицы – споры грибов, вирусы, аллергены. Таким образом, обратно из прибора в помещение подается полностью очищенный от примесей воздух. Особенно хочу обратить ваше внимание на инновационный фильтр, не характерный для большинства воздухоочистителей. Это электростатический фильтр нового поколения. Он экологичен и безопасен, а также, что очень важно, он съемный. При загрязнении потребуется лишь промыть его щеточками, они входят в комплект, в проточной воде, и фильтр опять готов к работе. Все управление Edelweiss находится на одной сенсорной панели. LED-дисплей отображает следующие режимы. Включение и отключение прибора. Таймер до 9 часов на отключение с интервалом в 1 час. Отключение и включение ультрафиолетовой лампы. Вы можете регулировать скорость очистки воздуха или выбрать автоматический режим работы, нажав на кнопку Auto Fan. На дисплее будет отображаться выбранный вами режим – низкий для тихой работы, средний или высокий для максимальной очистки. После включения автоматического режима устройство будет автоматически определять и регулировать скорость очистки воздуха при обнаружении в воздухе загрязнений. При однократном нажатии на кнопку «Ночной режим» включается режим, который автоматически приглушает яркость дисплея, а устройство продолжает работать в тихом режиме. При повторном нажатии на эту кнопку воздухоочиститель выйдет из ночного режима. Также предусмотрены 4 уровня световой индикации, которые четко показывают вам текущее состояние воздуха. Зеленый – чистый воздух, светло-оранжевый – низкий уровень загрязнения, оранжевый – средний уровень загрязнения, красный – высокий уровень загрязнения. Семейство воздухоочистителей Edelweiss имеет широкую ассортиментную линейку приборов. Выполнены приборы в двух цветовых решениях – в белоснежном белом и классическом глубоком черном. Отличаются приборы своей производительностью. Вот такой прибор Edelweiss 1.0 обслужит помещение площадью до 25 квадратных метров. Edelweiss 2.0 способен очистить воздух в помещении площадью до 50 квадратных метров. Прибор становится больше и оснащен двойным электростатическим фильтром. Edelweiss 3.0 рассчитан на обработку воздуха в помещении площадью от 50 до 100 квадратных метров. Панель управления выполнена с декоративной вставкой «Лакированное дерево», что добавляет прибору элегантности.
Эдельвейс – очаровательный горный цветок, символизирующий всю красоту гор. Воздух в горах кристально чист, прозрачен, невесом. Создайте свой оазис чистого воздуха даже в мегаполисе с инновационными приборами от Тимберг. Дышите чистым воздухом, делайте правильный выбор, ведь Тимберг – это умный выбор.